Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Клонки Блейз, и сегодня я бы хотел сделать обзор на новинку, нет, не по Лего, на этот раз у нас экшн-фигурки от компании Hasbro, а именно линейка под названием Black Series, в которой у нас выпускаются фигурки масштаба 6 дюймов различных интересных и не только персонажей. И на этот раз у нас, как я сказал, новинка, вышедшая даже недели, ну да, по сути даже недели не прошло, по крайней мере на момент съемки этого ролика. И это у нас генерал Гривус, да не простой, а по Battlefront, о чем свидетельствует вот эта вот надпись на коробке. Ну и что это вообще за фигурка такая? Во-первых, это сам генерал Гривус, что здорово. Во-вторых, ну кто следит, может знать, что в 2019 или 2018 году уже выходил Гривус в данной линейке фигурок, но он был по третьему эпизоду, на этот раз у нас Battlefront. И, наверное, многим интересно, в чем же между ними разница. А я на самом деле, конечно, не имею предыдущей версии для такого прямого сравнения, но могу сразу сказать, что кроме покраски разницы нету. Я бы даже сказал, что предыдущая версия в некоторых аспектах лучше, поскольку у нее есть плащ, там еще был бластер, то есть в нем больше намного аксессуаров, а тут просто сам Гривус, пусть и очень классный, и его световые мечи. Но все равно фигурка очень хорошая, если у вас нету предыдущей версии, то покупка этой, я думаю, будет весьма хорошим решением. Но это так сразу перед обзором могу сказать. Но что меня не порадовало, это то, что они вообще не учли ошибки, которые были у предыдущей версии. То есть она была вообще шикарной, но были некоторые недостатки. И я думал, что они их исправят, но на самом деле нет. Он как был довольно-таки сильно разболтанным, таким он и остался. Многие шарниры у него работают, так скажем, не самым лучшим образом. Хотя, возможно, дело в том, что у меня фигурка просто новая, я ее только достал из коробки, и из-за этого еще некоторые шарниры не разработались. Но что меня действительно не порадовало, это его грудная клетка, которая очень плохо детализирована, но об этом чуть позднее. Давайте для начала взглянем на коробку, в которой он поставлялся. Коробки уже обновились, я не знаю в какой раз, до этого они были с таким красным дизайном, потом они были на картонке, и теперь они выглядят примерно следующим образом. Но в данном случае я бы даже сказал, что... Я обычно говорю, что мне не нравится новый дизайн, но в данном случае он мне пришелся по вкусу. То есть тут у нас был прозрачный такой трей, и мы могли видеть самого Гривуса. Тут у нас символизирует надпись про то, что это Battlefront. Его скин, который называется Battle Damaged, это в игре. Изображение сбоку самого Гривуса, очень классное. И на обратной стороне точно такое же изображение и его краткое описание, которое на самом деле... Особо его не отображать, просто написано то, что это калишский киборг генерал Гривус, был там блестящим командующим времен войн клонов. Я думаю, вы это и так всем знаете. Ну и, собственно, линейка, вот это вот Gaming Greats, это у нас по играм различным внутри Звездных войн выпускаются фигурки. Что здорово, однако, единственное, чтобы я мог, ну, не то чтобы мог, я бы пожелал, чтобы они сделали, раз у него уж решили сделать генерала Гривуса по Battlefront, лучше бы они сделали его версию третьего облика, ну, кто играл, тот знает, там, где он уже совсем Battle Damage, то есть тут у него просто небольшие потертости, по сути, это его обычная версия, но с вот такими вот, как бы, обугленными элементами, в то время как там есть еще один облик, он вообще шикарный, у него там на лице части этих брони нет, у него там его калишские, не знаю, мозги видны, это, короче, очень жутко выглядит, у него там плащ обугленный и так далее. Некоторых элементов не хватает. В общем, максимально пострадавший в бою. Мне кажется, такая фигурка смотрелась бы вообще шикарно. Ну, а такая тоже очень даже неплоха. И давайте взглянем на его аксессуары. Световые мечи, которые он забрал у убитых им же джедаев. У нас тут два зеленых и два синих. И то, что я могу сразу отметить, хороший такой большой плюс. Надеюсь, на камере это тоже будет видно. Я буквально только что пересмотрел обзор на старую фигурку. И у той фигурки были мечи синие, не особо насыщенные, они такие были матовые. Тут они, на камере это, конечно, не так хорошо передается, но они более такие синие, и это хорошо. Ну, понятно, они могут сниматься на такой вот маленькой пипке, будьте осторожны, чтобы ее не сломать. Детализация на самих мечах очень классная. Они, конечно, по размеру небольшие, но зато посмотрите, как прокрашена серебристая основа со всякими золотыми, черными и прочими вставками. Выглядит здорово. Ну, у нас тут просто рандомные мечи, никаких-то персонажей. Вот, допустим, еще один. Синий меч, они все разные, понятное дело, отличаются друг от друга.
Уж не знаю, были ли в предыдущей версии они точно такие же, или они их обновили, но так или иначе они выглядят здорово. Это уже зеленый световой меч, хотя, кстати, на камере это не так хорошо видно, он больше на какой-то прозрачный похож. Но на самом деле он зеленый, и это хорошо очень видно. Единственное, что в коробке они, я уж не знаю как, но посмотрите, он немного изогнут, прям как у Графадуку. Короче, они как-то немного поперекашивались, пока лежали в упаковке, их надо будет немного выпрямить. Но за исключением этого, я особо придраться ни к чему не могу. Сам Гривус выглядит следующим образом. И давайте начнем с детализации. Голова его выглядит просто шикарно. Если кому интересно, у меня до этого не было никаких генералов Гривусов в формате экшн-фигурки, так что сравнивать мне особо не с чем. У меня, конечно, есть еще версия по войне клонов Тартаковского, тоже от Black Series, но я ее на самом деле до сих пор еще не распаковал, так что, по сути, это мой первый опыт взаимодействия с генералом Гривусом. У него, понятное дело, есть разделение рук, функция, правда, она работает с небольшим таким огрехом, но об этом позднее. Лицо же детализировано шикарно. Его кибернетическая эта маска, сделанная по подобию той, что он использовал, когда еще был воином на планете Кали. Вот эти вот его окантовки, они немного так прорезинены, из-за чего могут немного так отгинаться. Будьте тоже с этим осторожны. На его глазу можете видеть тоже такая как обугленность от какого-то выстрела из пушки. Но что самое крутое, это посмотрите на его шею, как все эти вот трубки проходят в его голову и так далее. Это прям шикарно выглядит. Туловище вот тут уже, конечно, есть такая проблема. Думаю, вы знаете, у него за вот этими вот двумя пластинами, которые, кстати, детализированы-то хорошо, то есть смотрите на них, все эти потертости, даже как заклепки сбоку имеются. Ну и плюс специальный Battle Damaged Pattern. Вот за ними, в общем, должен быть специальный как бы резервуар, темно-зеленый, с его калишскими органами, по сути. Сердце, еще некоторые, в общем, то, что от него осталось после аварии, которая произошла на корабле. Ну, кто знаком с историей Гривуса, тот знает. Тут они ее не сделали. Я вообще сначала увидел эту фигурку, подумал, мне какую-то бракованную прислали. А я, если что, ее предзаказывал, поэтому, мало ли, там какой-то первые ее версии не совсем хорошие. Но я потом посмотрел тот обзор единственный, который есть сейчас на ютубе, посмотрел на официальные изображения и понял, что это не проблема моей версии. Они действительно просто не сделали эту штуку. Что странно, посмотрите, там есть место, куда спокойно можно было поместить такой небольшой зеленый элемент. Причем реально, как будто для него изначально изготавливалось место, но в последний момент они решили его просто не давать. Это странно немного выглядит. У прошлой версии это тоже было, но там все нивелировалось тем, что у него плащ был, и он немного скрывал всю эту секцию. Тут же его нету, я имею в виду плаща, поэтому все прекрасно видно. Ну, как бы, ладно, по сути, это самая такая большая проблема. Во всем остальном фигурка очень классная. Далее его поясная секция тоже выполнена здорово. Задняя сторона тоже шикарно, правда, тут не особо много Battle Damage эффектов, разве что вот эти вот всякие царапинки и прочее, но все равно выглядит здорово. Ноги. Ноги классные. Посмотрите на его когти. У него нету тут отверстий для становления на подставку, но, по-моему, у Black Series ни у кого таких нету. Все вот эти вот тоже части прокрашены шикарно, Battle Damage эффекты. Гривус таким и должен быть. Он всегда там на полях сражений участвовал. В отличие, вот, например, я не знаю, графа Дуку, мне кажется, он больше в штабах сидел, командовал, там, с Сидиусом связывался, свои планы строил, а Гривус как раз-таки с клонами и джедаями везде сражался, что, в принципе, логично, он там за свою недолгую, по сути, жизнь около сотни джедаев смог умертвить, и это все за времена войн клонов только. Ну и руки. Руки детализированы тоже классно, все эти потертости и прочие элементы, разве что они временами, вот я сейчас уже могу показать, разъединяются сами по себе без стороннего взаимодействия, из-за того, что там джойнты не очень качественные, если говорить по-честному. Но, тем не менее, думаю, можно чуть-чуть, нет, клея лучше не капать, тогда они вообще не разъединятся никогда. И его вот эти вот тоже части, которые идут к рукам, как на плеченьки, тоже выглядят шикарно. Что же до его подвижности, то она хорошая. Но это, как это ни странно, является и минусом в то же время, поскольку у него очень много различных шарниров, чтобы передать его кибернетическую сущность. И из-за этого
они, ну, бывают сами по себе друг с другом соприкасаются и становятся в те положения, в которые вам бы этого не хотелось. Кстати, пока мы не разъединили его руки, давайте я вам покажу, как он в таком вот состоянии может держать свои световые мечи. Ну, тут, понятно, ему можно лишь два дать. Допустим, такой. Раз. Ну, туда его такой не лучшим образом будет. Лучше такой. Вот так. И он его держит очень даже прочно. Лучше, чем в версии, когда руки 4, а не 2. С двумя как-то покрепче получается. И выглядит действительно очень здорово. Давайте даже второй ему меч дадим. И будет настоящий охотник на джедая. В принципе, как в Battlefront, потому что в Battlefront у него руки именно две. Они не разъединяются, разве что в одной из способностей, которую он использует, но не очень часто. Давайте как-нибудь его поставим по-эпичному. Так. Вот так. Ну вот, думаю, нормально будет выглядеть. Даже вот так его можно поставить на полку. И уже такой вот охотник на джедаев. Если у вас есть еще различные фигурки, там, Оби-Ван. Вот с Оби-Ваном вообще, мне кажется, будет шикарно выглядеть. Разве что, давайте я вам еще покажу световые мечи в сравнении друг с другом, поскольку тут у нас два меча, они более толстые, а два более тонкие. Из-за этого они в руках держатся по-разному. То есть, вот сами можете видеть, если оно сейчас сфокусируется. Вот, они немного разные по своей толщине. Из-за этого одни вставляются и забираются у него из рук легко, а другие наоборот, что немного придется посидеть вам с этим, повозиться, но тем не менее. Итак, самая главная функция его — разъединение рук. Как это происходит? На самом деле у него три места, где его руки скреплены. Это вот здесь вот. Вот в этом вот сером промежутке. Еще вот здесь. В этом вот промежутке. И в кистях. Кисти, кстати, неподвижны. Сразу хочу сказать, что немного обидно, конечно, потому что было бы здорово, если они еще по отдельности, каждая крутилась. Но ладно, это можно простить создателям. Ну и как они разъединяются? Просто берете и аккуратно их в разные стороны тяните, только опять-таки делайте это аккуратно, поскольку очень маленькие все эти пазы, джойнты, то есть они держатся буквально, вот посмотрите, какая маленькая тут пипка. Если ее сломать, то все, плохо будет, наверное. Ну и сами руки, посмотрите, тоже тут какие маленькие джойнты, с ними нужно быть поосторожнее, если не хотите, чтобы они пришли в негодность. Ну и на второй руке она уже сама разъединилась, понятно. В общем, с двумя руками он выглядит здорово, но с четырьмя, думаю, вы согласитесь, он куда круче. Все-таки это у нас киборг, и он должен вовсю использовать преимущество своего кибернетического тела. Так, давайте ему сразу дадим световые мечи. Держит он их, конечно, не так хорошо, как с двумя руками, но все равно они выпадать особо не будут, особенно если их как-то там приделать. Вот, допустим, так. Держит хорошо, прочно, готов уничтожать джедаев. Что здорово, поскольку джедаи, ну, по его мнению, ну, даже не по его мнению, его там граф Дуку надурил, можно так сказать, вместе с Палпатином. Но неважно, хотя еще до этого джедаи там поступили не лучшим образом. Ну, не суть. Я, кстати, возможно, сниму ролик про историю Гривуса. Если интересно, можете написать об этом в комментариях. Ну и как он выглядит, можете сразу видеть, шикарно. Все его руки, они, по сути, друг с другом одинаковы, просто симметричны. Но это все равно не отнимает того факта, что они просто шедевральны. Вот как выглядит. Туловище, кстати говоря, не сказал, оно у него подвижно. Ну, полностью оно, наверное, не поворачивается, но это и не надо. Я, кстати, про подвижность, по-моему, вообще ничего не сказал. Ну, голова у него двигается, причем как отдельно, так и вся его шея может поворачиваться. Но для него, у него тут тоже на болт-джойнте прокручиваются вверх-вниз, колени. У него там двойной вообще джойнт. Его ступни у него тоже вот так вверх-вниз ходят. И еще дополнительно стопа на болт-джойнте прокручивается. С руками же интересная ситуация. Во-первых, там сустав имеется. Вот этот вот сустав, который я вообще поначалу думал, он неподвижный, но потом я его разработал, и оказывается, он хорошо так двигается и придает форму рукам. Затем каждая из рук уже дополнительно на этом шарнире еще имеет один болт-джойнт. И еще вот здесь, который я уже показывал,
локтевой сустав. Ну, кисть неподвижна, ну и ладно. Ну и, конечно, с четырьмя руками возрастает количество поз, которые вы можете придать нашему гривусу. Давайте я его сейчас вооружу и покажу вам. Итак, друзья, вот наш гривус во всеоружии. Единственная проблема, которую я могу еще раз повторить, то, что у него некоторые мечи тоньше, некоторые толще. Из-за этого те, что толще, он держит хорошо, они у него не выпадают, но при этом доставать и вставлять их намного сложнее, в то время как более тонкие версии, они просто у него болтаются, как вы видите, в руках, и одна. Вторая не так хорошо болтается, болтается-то она плохо, что здорово, она более плотно держится. В то время как его синий световой меч, он просто вот так вот ходуном, можно сказать, ходит, из-за чего его нормально спозицировать нельзя. При этом это проблема не руки, я его вставлял и в эту, и во все другие. Так что я не знаю, что тут делать, возможно, это как-то можно исправить, а возможно и нет. Но за исключением этого, выглядит он просто шедеврально. Ну, как бы, гривус с четырьмя мечами, с четырьмя руками. Как такое может не нравиться? Конечно, предыдущая версия тоже имела такой функционал. Но и в этой фигурке он тоже присутствует, что здорово, выглядит шедеврально. В его позу, которую он принимал в третьем эпизоде, когда сражался с Оби-Ваном в начале схватки. Ну, думаю, вы знаете, где у него впереди руки вращаются и две еще сзади. Его тоже можно поставить, выглядит это будет шикарно. Правда, не совсем так, как в фильме, но с небольшими такими вот допущениями все же можно. Правда, я этого делать не буду, это в формате экшн-фигурки не так хорошо выглядит, как в фильме. Фигурки его лучше просто как-то так поставить, если вот, опять-таки, у вас есть Оби-Ван или какие-нибудь другие джедаи, с которыми он во время войн клонов сражался, допустим, Кит Фистом, или даже клоны какие-нибудь можно спозицировать, как он их просто уничтожает своими когтями, мечами. Хотя у него, по сути, удары кулаков такие, если вы помните, он в третьем эпизоде хотел Оби-Вана ударить, он ударил по своему звездолету, и там просто пробоина осталась. Такой киборг, мне кажется, вообще может в одиночку всех клонов там уничтожить. Ну да ладно. В общем, фигурка классная. Если подводить итоги, то я ее могу смело рекомендовать к покупке. Стоит он сейчас в районе 40-45, по-моему, долларов. Ну или же евро. И имеется даже в наличии, по крайней мере, на момент вот записи. Я только что проверил. Ну, я его, понятно, по предзаказу брал, но сейчас он тоже уже продается. Лучше ли он предыдущей версии? Ну, я бы сказал, что... Нет, все-таки чуточку он ей уступает, потому что, ну, плащ это очень классная вещь, я люблю различные плащи, тканевые элементы, в лего и в экшн-фигурках они тоже очень хорошо дополняют образы, особенно гривус, но при желании, в принципе, можете, наверное, сами при наличии навыков и материалов, и желания изготовить плащ, который будет даже круче, наверное, того, который был в прошлый раз, ну и к тому же старая версия стоит на сотню, или не на сотню, в общем, раза в два дороже, чем вот этот, поэтому, ну, как бы, я не думаю, что ради плаща стоит переплачивать цену в два раза больше. К тому же этот гривус все равно очень классный, и за исключением плаща просто шикарен. Да, у него есть некоторые другие агрессии в виде отсутствия вот этой вот пластины между его элементами брони, меч, который у него болтается, и разболтанную подвижность. Но, знаете, это не такая большая проблема. Все-таки это не Hot Toys, не Sideshow, ничего в этом духе. Обычная фигурка от Hasbro, которую вы можете просто зайти в магазин и купить. Так что, я думаю, это вполне себе неплохая его версия, если вы фанат Гривуса, если у вас нету других его вариаций, там от Bandai, или же той же Black Series предыдущей версии, то, я думаю, данную модель стоит купить. Даже если вы не фанат Гривуса, просто фанат Звездных войн и Войны клонов, все равно данный персонаж очень интересен, крут, и с точки зрения истории, и с точки зрения дизайна, потому что, ну, каких-нибудь клонов можно бесконечно там покупать, перевыпускать разных батальонов, легионов, фаз и так далее, а Гривус, он уникальный, вы больше, наверное, не найдете четырехрукого киборга, который джедаев мочит просто направо и налево. Так что да, фигурка классная, ставлю ей 8,5 из 10. У меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас, наверное, будут различные фотографии с этой фигуркой. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока, друзья.